Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls 2. Короче, я не помню, где мы взяли Скарлет, поэтому я думаю, я не буду отдыхать у костра. Ну его нафиг, сейчас... Ой, все, не учим, учимся на ошибках. Стой, а если я... Не, это глупая затея. Так, там два гиганта. Так, пойдем разберемся, потому что он к тебе начал приставать. А, я понял. Короче, я этого трогать не буду, все, я передумал, сорян. Все, мы идем. Ладно, идем. Можно пройти, пожалуйста? Молодец, я мог бы сейчас отъехать. Запросто. Как нихер делать? Что-то я не подумал, что может это произойти. Как-то я в натуре слупил. И осталось мне один, да? Прелестно. Помощь. Божечки, божечки, за что мне это все? Рабочий крюк. Крюк, закрывающий рук. Эта вещь создавалась не как оружие, но крюк достаточно остр, чтобы ранить врага. О, маска голема. Маска голема из долины жатвы. Безумная королева наделила их жизнью, но забрала их лицо. Как еще она могла попросить тех, кто осмелится взглянуть на нее? Так, короче, я так все подумал, поразмышлял, ребят. Надо вернуться обратно к костру. Так, а я где? Сюда.
Та-та-та-там, та-та-та-там. Это... Вы сейчас не шутите, да? А, вон еще. Я нашел, где я тебе поднял, чел. Круто. Найс. Костер использовать нельзя. Прикольно. Ладно. Будем жить от камней. Я как раз босса нашел, оказывается. Прикольно. Ну, зато я теперь могу у костра отдохнуть. Вау. Супер. Что происходит? Почему такие фризы? Так, маска хранителя могил. Такие маски носят хранители склепа. Главное и похоже единственное ее предназначение — защиты от света. Хранители склепа стерегут покой спящих мертвецов, следя за тем, чтобы они не проснулись. Хранители одинаково заботятся обо всех. О королях и крестьянинах, о богачах и нищих. Для чего этот рычаг? И где вообще мой компаньон находится? В этот момент его тут со мной еще не было. Ясно, ты сюда попасть не можешь. Здесь я тоже был один. Я убил этого. Убил этого. Забайтил этих.
забайтил я, по идее, здесь не один. Или один? А ну-ка, сейчас я наш... А я сейчас нажму. На рычажок. И посмотрим. А чем она отличается? А, тогда эта хер сломалась, да? Ее уничтожили. Ничего не понимаю. Откуда? К примеру. К примеру, я как иду назад. Я взял ковш. Я был здесь, я говорил за механизмы. Типа, ой, бла-бла-бла, блу-блу. Механизмы, механизмы. Поднял здесь. Это дело я пробежал. Сейчас нужно понять то, что я нежить. Так, а теперь смотрим заново. Я прибежал сюда. Ну вот и все. Ну да, и все. Все, главное, что я разобрался. Вопрос, она идет? Девчуля, ты идешь? Давай шустрей, пожалуйста. Убей его. О, а все-таки ты... Понял. А почему это у него голова есть? Стр...
Странненько, странненько, странненько. Да, давайте скажите, что мне сейчас отравление дадите. Так, с вами я понял, ребята, дело плохо. Серьезно, я траванулся. Ладно. Давай сюда, пожалуйста. Так. Погнали, Скарлетт. Одолеем босса. Если это, конечно, босс. Да ладно. Смерть. Не, ее я так просто не буду убивать. И понимаете, у меня все фляги там. Там еду до хера. Трум-трум-трум-трум. Я сейчас буду думать, что делать с ядом. Что у меня вообще есть? Подождите. Еще. У меня есть какие-то... Посмотрим. Сопротивление к отравлению. Кольца, у меня есть кольца какие-то. Огонь, тьма. Походу нет. Стоп, а где этот? Странно. Странно то, что здесь никто не стоит, не байтит. Но все равно факт остается.
Давай, скажи, что ты застряла. Все, молодец, пошли. Ох уж эти глупые NPC. Сдохни до начала боя. И сейчас бы меня травануло, найс. Так, где ты, глупышка? Так, один есть. Так, сюда, вернись, я сказал. Не глупи, понял? Ладно, пускай она тогда идет через этот. Я здесь прыгну. Ты можешь сюда прийти? Все, мой NPC начинает умирать. Найс, мы еще даже к боссу не зашли. Хилься. Если у тебя есть хилься. А, то есть. Да, давай ты меня ударишь. Давай. Да, победа, все. Так. Душа королевы. Фу, да, вот это вообще херня, как это вот этот плод сраный. Непонятный. Что он делает? Что он вообще делает, этот сраный плод?
сопротивление к отравлению. А, к ядам! Ну, у меня было отравление, правильно? Хуй знает. Не шарю. Ладно, что там по душе? Душа королевы Миты. Душа Миты — губительная королева, жившая в земляном пике. Королева так стремилась завоевать короля, что ради обретения красоты отравила себя, забыв про все на свете. Порой любовь поистине безумна. Использовав душу королевы, можно получить ему множество душ или создать невероятный предмет. Мне интересно, куда мы едем. Походу, приехали. Ну ладно, на всякий случай. Железная цитадель. Как я понимаю, нырять мне лучше не нужно. Да? Неплохо. А чё так мало урона? Сейчас мы с вами кое-что провернем. Да-да-да. А, вот, вот, девчуля это, вот, вот она. О, приятно встретить тебя здесь. Если что понадобится, расскажи мне. Договорились? Ну, у меня вот... заклинание. Ничего такого. Ничего. Можно болтов накупить. Они по 25 стоят, но... все равно. Ну, в принципе, почему бы и нет? Да? Хотя нет. Так, посмотрим, что еще этот продает. О, здорово. А ты кто? Что? Кто ты? Меня зовут Гиллиган. Эй, не заставляй повторять дважды. Хорошо, что ты хочешь? У меня есть все, что только может быть или понадобится. Купить предметы. О, предметы есть. Маска вора, перчатки. Ароматная мазь временно усиливает магию оружия в правой руке. Добавляет эффект кровотечения оружия в правой руке. А, миниатюрная лестница, это, короче, лестница как раз спуск вниз. Ну нам, сорян, нам это уже не надо. Нужно было слушать, когда меня предупреждали. Здесь просто сумасшедший дом. Что? Нет, я родом не отсюда. Мой дом немного западнее. У меня бывали тяжелые времена. Думаю, пора мне осесть на кое-какое время.
ты не поверишь, когда я расскажу тебе обо всех пройдохах, которые встречал мне на моем деле. Я думал, что хоть бы здесь, в этой дыре, я смогу скрыться от своих дружков. О, лучше не спрашивай меня о том, что случилось. Это дыра. А мне почем знать? Туда местные сбрасывают свой мусор. Трупы всякие. В общем, все, от чего хотят избавиться. О, а эти статуи и фигуры людей? Кто они вообще такие? Да, они могут быть чем угодно. Скорее всего, старые языческие обычаи. Что на дне этой дыры? А мне откуда знать? Ах, да, мне говорили, что здесь внизу гробница святого. Но ее построили не король. Она была здесь намного раньше. Эта гробница соединена с дырой. А еще там внизу, кажется, живет какой-то крысиный король. Если эта старая крыса так богата, как говорят, может быть, мне стоит сходить туда? Нужно было слушать, когда меня предупреждали. Все. Это уже все было. Что у тебя? Маска наказания и все? Больше у тебя ничего нет? Думаю, да. Так, сколько у меня этих? 90. Давайте купим 7. Ладно, 6. Но мне... А, мне хватает даже на это, подождите. Изи. Так, надо отсюда, все хорошо. А почему? Ладно, давайте я попытаюсь разобраться, в чем здесь дело, а поэтому мы с вами прощаемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.